Ну что, Мигас, до конца Хардлайна остается две главы, это и следующее. Раз, Самое три, время замутить какой-нибудь форма, сюжетный поворот, которого C4, я не ожидаю от баллон этой с игры. воздухом, Потому что пока что ракушка, все, кабельные очень тележки предсказуемо. и один робот для взлома сейфов. То есть мы готовы? Готовы. А теперь в Майами. То есть ты Стой. накрасилась? Накрасилась. Последний штрих. Нам нельзя оставлять за собой Последний никаких... штрих? Штрих? Мне нечего надеть. Дай знать, когда будешь готов. В машине подожду, сказал этот Какого хрена? Что наивный человек. О. А вот и теща. Простите мою косую стрельбу, просто я в это время наушники поправлял. Я как-то... Неужели этот уровень нельзя пройти по стелсу? Зачем это ненужное насилие? Ну раз уж такая фигня, возьму-ка я большую Берту. Я уже стрелял из этого оружия? Почему у меня? О, ништяк. Пчелиные соты, давайте. Надо было взять тот револьвер-дробовик. Вот это было бы круто. Они как раз там кучно стоят. Какого хрена? Что Чувак, за... ты же знаешь, что будет. Зачем ты держишься за эту ручку? А-да-да-да-да-да. А что это у меня? Где мой пистолет? Что за хрень у меня в руке? О, я убил его в подмыху. Ведь я научил тебя всему. Как дела? Пристрели этого урода! О, Стударт. Невезуха там! Подожди, подожди, я в армии прогулял разбор автомата. О. Ой, Брюс Ли наш проиграла. На, сука тебе, чтоб ты не оставил потомство. Первый коронный и в яйца похоронный. Не, в голову коронный. И по шарам похоронный, ну. Все в норме. Это Доус. Не хочешь, ну типа, привет сказать? Интересно, зачем главному герою перчатки вот эти мотоциклетные с защитой костяшек? Это ж гоночные, делаешь? Да, перчаточки? Верно, там Доус хочет узнать новости. Да и куртка тоже. А где мотоцикл-то? Это как у нас раньше. Помните, пришла мода носить куртки пилотов Формулы-1. Просто все рынки были завалены этими куртейками. Все гопники были. BMW, Ferrari там, бля. Как бы, ну, не знаю. Мод сомнительная. Забавные дети. Вообще, только что нелепо умер один из главных злодеев этой игры. Просто тупейшая смерть, я считаю. Ну, вспомните, да, как в «Мафии» надо было убивать этого хрена в театре. Это жопа была. А тут просто тыч-тыч. Напоминает финал игры «Тени Мордора», где чуть ли не Саурона надо одним нажатием кнопки убить. Вообще жесть. На двери к резервуару значок. Как тут заблудишься? Эй, ребята, извините, я заблудился. Где тебя черт? Резервуар нашел быстро, вот с дренажом долго возился. Там труп больше, чем в органе. Эй, Тайсон, держись подальше от камер. Расслабься, все, что они видят, это как я мою окна. Готовь трос, мы идем. Минимальный радиоконтакт отсюда. Понял. Я сейчас смотрел, как у главного героя карабин проваливается в текстуру рубашки. Не проще было не рисовать тогда карабин. Не мог Доус открыть свой офис в здании с более жутким видом? Да. Странная водица. Я в этой игре привык видеть ультрареализм в плане воды, а здесь какая-то такая фуфлыжная пшикалка. Что биометрические лифты и пуленепробиваемое стекло делает его пентхаус неуязвимым. Ну вот и узнаем. Давай. Тайсон сбросит кабель в любую минуту. Неуязвимый пентхаус. Да даже пещеру Бэтмена разгромили в одной из серий. Вот еще один. Отстойные фейерверки. Это не фейерверки, это бенгальские огни, по-моему, у вас. Да, где Корсар 4, где там нормальные бабахалки, непонятно. Сэкономили и жалуются. Лала Фейшн. Охрененный магазин, наверное. Там обычно на витринах, не знаю, как у вас, у нас в центре города на витринах дорогих магазинов манекены одеты в такую хрень, которую я даже не знаю, кто будет покупать. Даже за дешево, она стоит там космических денег. А одеть ее можно будет только если вы решите
по какой-то причине одеться ебланом на какой-нибудь Хэллоуин. Костюм еблана, ну, просто там вообще же. Дайте мне минуту. Каждая минута на счету, Бумер. Да знаю я. Один вопрос. Вы уверены, что это сработает? Это что, фургончик ФБР? Exactly. Просто спрашиваю. Если бы миллионы кубометров воды 200 000. Упали мне на голову, или 200 тысяч, какая разница? Хотелось бы быть уверенным, что это безопасно. Все, что мне если нужно. Знаешь другой путь, Пентхаус, то давай. Классический черный юморист в каком-нибудь боевике или фильме. Раньше вот в конец 90-х постоянно вот просто форсились активно черные юмористы на Западе. Эдди Мёрфи, Крис Такер, еще там кто-то. Ну, Уилл Смит был, да, такой юморной поначалу. Он в боевиках снимался, но все равно он такой был юмористический персонаж. Это потом появился Дензел Вашингтон. Еще там кто-то, который просто брутальный нига. Это уже была совершенно другая версия черного. Там несколько входов. Похоже на то. Похоже на то. А что такое вестибюль? Как в том анекдоте про минет пятиклассников. Полно охраны. Но я надеюсь, у меня с собой мой верный гвоздодер. Жаль. Стеклянные двери гвоздодером открыть было бы прикольно. Че там у тебя? С дровосеками? Ага. Даже не знаю, что думать про голых женщин с топорами. А не пробовал мониторы смотреть? А что это он? Во что он играет? Это рамка металлоискателя. Это не наш метод. Так, а как же их отвлечь-то? Может, вот так? А, у меня же есть тазер. И вот эта хрень. Что это? Что-то стряслось. Это что-нибудь включает? Да, например, брошенную кого-то куда-нибудь бомбу, которой у меня нет. Так. Есть ли маза перелезть здесь? Какого хрена? Нет, он не перелезает, да? Что-то мешает ему перелезть. Я не понимаю, что. Давай поищем другой вход. Тут ловить нехрен. Это был вход для тех, кто проходит на пролом. Но батик-то проходит по стелсу. Вот, например, два спецназовца. Каждую ночь и каждое утро. Руки вверх! Вверх, это сказал! Что? Какого черта? Что-то не понял во фразе «руки вверх», какого черта. Главное, она взяла второго на прицел, вместо того, чтобы связать ему ласты, как бы. Ну... и сэкономить мне хоть немножко времени на этой утомившей уже процедуре. Черт, опять без гвоздодера обошлись. Ну, я уже волнуюсь. Там какой-то чувак охраняет мой ящик с патронами, как я погляжу. Не знаю, откуда у меня подробнейшая карта зданий и маршрут патрулей. Но играть в стелс с такой шикарной мини-картой — одно удовольствие. Стелс для детей, я бы так сказал. Насколько помню, FIF такой роскоши-то не было. Рад видеть, что один из нас что? Работает? Есть. Раз, два, три, четыре, пять наемников. О, и тут ствол какой-то в грузовике. Шестеро. Двое на улице. Хорошо, хорошо. Ничего хорошего, конечно, но... У него такое выражение счастливое на лице. Опачки, опачки. Надерем-ка мы ему попочки. Ну-ка, подходи. Что это? Не опускать! Эй! Ласты к полу, морду вниз, давай. Ой, я его, смотрите, как упаковал. Прям головой его в землю. А что это, он меняет позу после этого? Какой отстой. О! Отключить тревогу. Ну все, это просто я затащил по-божески вообще этот уровень. Это похоже, черт, знаете, на старого доброго Хитмана из первых частей каких-нибудь. Блин.
А я не видел, что ты здесь шаки ланил. Ну этот-то вообще глухой. Наверное, плеер слушает. Ну да, вон в наушниках. Бам. Леща. Что такое? Ладно, я разберусь с этим кодом. Точно? А, он сам. С первой попытки ты посмотри какой. Угадал комбинацию из этих цифр. Фу. Ну, это было изи. Даже не скажешь, что один из финальных уровней. Я на 19-м, но... Хайчи только что жопу лифтом не прищемила, ладно. Видели? Мы идем на 20-й. Нападем сверху. Класс. Вы видели? Цифра 4. Но, на... Да покажите, покажите кнопки лифта. Цифра 4 помечена каким-то черепом или чем-то. Мне кажется, это очередная отсылка к Dead Space 4. Вот, смотрите. Цифра 4 в лифте, видите? О, спасибо, что свет включила. Видите? Добро пожаловать в префёрд Алкамс. Или... Ну, не знаю, на что-то это явно отсылка. Мы на подходе. Из четвертых частей мне просто в голову только Dead Space приходит. От Wisterl Games. Неужели, твою мать? Да ладно, чё, серьезно? Четвертая часть. Интересно, мультиплеерный будет? Да что за ху... Это что? Это стекло... О, отличная прогрузка стекла вообще. Интересно, мультиплеерная будет? Dead Space или классический? Может, это будет не продолжение Айзека Кларка, а какой-нибудь новый спин-офф какой-нибудь там? Лишь бы факов не получился, господи. Так, пока что чищем территорию. Что делать будем потом, разберемся. Давай, Златан Ибрагимович, падай уже. А? О, хрен на! Кто крикнул? Никто не крикнул, ветер шумит. Они все смотрят на салют в окна. Вот это профессионалы. Вспышки еще и слепят. Да, чувак, красиво. Жаль, что ты до конца не досмотришь. Посмотришь все-таки по телеку в повторе. Да, и салют-то какой-то жиденький. Какую-то херню празднуют. Вы видите? Вот этот стрелок. А я думал, что у меня с глушителем автомат. Вот ублюдок. Блин, как бы оно было помечь пробиваемым. Да ёб твою мать, сколько патронов в этой пушке. Пошел нахрен. О, а, сигнализация, понятно. А, вот где у меня глушитель. Я их сейчас с фланга обойду. Смотрите, какое крошево, как все разлетается вообще классно. О, а вот и стеночка. Скажите, а в магазине тоже можно так стеночку приподнять? Да ёб твою мать. Я зайду с глубокого тыла. Они как будто знали, что я сюда приду. Возможно, он на моем месте сделал бы то же самое, но, возможно, у него просто стоят читы. А вот и газ! Ну, сам его и нюхай тогда, блин, мудак. Ты сам сказал, что был в главном офисе, да? О, а вот и Гвоздодерич. Гвоздодер по-прежнему с нами. Интересно, зачем тогда он носит полицейскую дубинку, если он мог бы драться Гвоздодером? Да. Умер тебе ланч. Знаешь, я уже ничего не грабил дней 8. О, скилл потерял. А ты уверен, что это та труба? Уверен. И вы оба чёртулись. Интересно, что давай это наверх. Будет. Так, из чего я еще хотел пострелять тут? Фуфло какое-то. Да, наверное... Кольт 911, пожалуй. Утолщенным стволом желтого цвета. О, да. Че это светит? Теперь самое веселое. Бьем стекла. Благодаря его личному лифту, пентхаус в безопасности.
Эффектно вошел. Хорошо, что мы лифт не взламываем. Да. Все чисто. Неплохой офис. Можете взрывать заряды в любое время, ихтиандры. Понял. Ихтиандры. Вот он. Вот он, наконец-то, но... Мы идем его пенсионные сбережения воровать до этого начальника отдела. Ты уверен? Эй, если нам нужны деньги, я нажму кнопку. Да. Да, нам очень нужны деньги. Я поверил. Ну и вот до чего это тебя довело. Скажи, расслабься, все получится. Запомни, латинос, не верь корейцам. Кстати, смотря с какой она Кореи. Может, это коммунистка на самом деле окажется. Интересно, а что такое за дыхательная хренотень у нее во рту? Без шланга, как это работает? Я такие только в мультиках видел. Видала, как я смартфоном хакнул? Просто Эйден Пирс. Мы затопим шахту лифта и всплывем в ней? Конгениально. Интересно, а что там за труба такая идет, что так быстро затапливает? Сейчас, если где-нибудь говно мимо окуляров проплывет какое-нибудь. Реально говно, значит, унитаз взорвали. Смотрите, блин, это просто вообще... Он что, дамбу взорвал какую-то, что ли? Откуда воды столько? Что за глупость? Какая хренотень. Поворот, конечно, интересный, но хренотень, конечно, жуткая. И, видимо, все двери лифтов на всех этажах, и вентиляция, которая сюда выходит, все, видимо, герметично, да, никаких протечек нет. Мы чисто шахту именно водой затопляем, а не все здание топим. Ой, кто бы мог. О, вот это гениально, блядь, как такую херню придумать было. Ой. Ты в норме? Но Тайсона лучше впустить. Быстрее, кто-нибудь точно сообщит о взрыве 911. Сомневаюсь. Доус ждал бы копов тут. Алло, 911, мой пентхаус топит снизу. Это было бы прикольно. А вот это кто? Это Тайсон? А как его впустить-то? Я поищу, чем открыть двери. Тайсон, ты... А, есть шанс, что стекло пробьет, нельзя в него прицелиться. Интересно, а у этой звездочки будет больше вот этих? Или меньше? Да, пожалуйста. Меньше, смотрите. Калибр меньше, и эти меньше. О, продумали. Так, надо найти, чем открыть это говно, да? Думаю, с помощью этого экрана можно открыть дверь. Чего? А. Отлично, нашел. Ни хрена, вы видели размеры приятно этих двери? Оба все еще живы. Охренеть. Я так скажу. Доус бывший коп, но у него есть вкус. Вкус был у того чувака из позапрошлой серии. Ого! А тут-то херня полная. Это чайный столик за 24 тысячи долларов. Знаешь, что ни один богач не читает журналы про богатеев. А я на все подписался. В отличие от вас, моллюсков, я ценю такое. Моллюсков. Ценишь чайные столики за 24 тысячи? Ну вот. Где он, черт побери? А мы удивляемся, что у Пескова часы за 35 лямов. Он может тоже ценить часы за 35. Смотрите, тут все. Сейф должен быть где-то здесь. Ценители часов. Как вообще могут часы стоить дороже, чем охрененная спортивная машина? Блять. Просто что там в этих часах-то такого? Кроме эксклюзивности, в рот компот там, бешеный. То, что здесь есть камера, как бы намекает на то, что сюда набегут миньоны. Вокруг камина просканировал уже. Вокруг камина? А, это домик для йоги. Ой, смотрите, я следы оставляю, вот круто. О, да он спортсмен офигенный, смотрите, грушу тут поколачивает. Ух ты, ёпта. Пулемет? Чё, серьезно, есть пулемет? А, вот он, смотрите. Нихера себе.
Да-да-да, большая Берта Прима нашего цирка. Пистолет новый не появился никакой. А, понятно, нет. Нам твой отчет. Проверь эту скульптуру на полке. Она какая-то странная. Так возьми да проверь, ёпте. Не, не золото. А, этого проверить? Брежнева, что ли? Засранец. Да, ни хреновая. О, привет. Конструкция. Он не подсказывает, Доус читал много комиксов. Интересно, где он такую заказывал? Что за фирма занимается потайными дверями, блин, в пентхаусах? Терминатор просто, я с этой так пушкой. Так сработает. Давай, Брут, за дело. А ты следить за ним не будешь? Его уговаривать не нужно. Че он там? А, он крутит? Нихера себе. На присосках. Плохие новости, парни. Интересная хрень. Толпа народу? Сколько их? Помнишь мой план на худший случай? Ну и? Столько. О, следы на камере видно, офигенно. Всем приготовиться. В офисе Доуза есть оружие. Я знаю, я уже там был. Ловушки, взрывчатка, давай все, что есть. Какие ловушки, какая взрывчатка? По этим коридорам. Да по каким нахер коридорам-то? Надо притормозить этих ребят. О, бита бейсбольная. Вот это прикол. Да какие нахуй растяжки, где их? Нет у меня никаких растяжек. Даже не знаю, на какую кнопку. Они здесь, здесь растяжки. Ой, они не знают, куда они пришли. Ча. Как фонарик выключить? О. А кто тут шутки шутит? Сейчас песок в этом... В этой комнате для йоги станет красным. Да ёб твою мать, пулемет-то косой просто. Кучно легли. Как ножки растопырить? Не свои, блин, это у пулемета лапки эти гребаные. О, да, дети мои, возрадуемся. Дождю свинцовому нагрешную голову проливающимися, блядь. Кто пропустил ко мне негра с фланга, твою мать? О, было опасно. О, сейчас любопытная морда вылезет чья-то. О, еще какое, чувак, дерьмо. Долго там Бруто осталось? Пикник, когда закончен. О, они свет вырубили. Как хорошо, что у меня есть фонарик. Смотрите, какой, как ярко светит. Батарейки садятся, видимо. Что это такое? А. Или загляни в шкаф с оружием в офисе. Такие советчики, такие советчики. Вот это говно мне не надо. О, я лучше броник возьму. Взрывчатка. Взрывпакет. Как он работает? Просто гранаты нету, да? Нужно проверить, что это! Растянитесь! Останьте его! Эй, сюда! Ёпта, они прям в глаза светят, нихера не видно. Ой, всегда хотел в грушу выстрелить. Чё будет? О, песок сыпется, смотрите, круто. Хотя там резиновая крошка должна быть. Вроде как. Так, один наверху. Туда, туда! Эй! Сюда! Везучий ублюдок, а? Они по карте рядом со мной, но их нету. Ёб твою мать. Из чего тут стены? Гипсокартон, что ли? Ну давай уже! Вижу его! Чёрт! Готов!
Один остался. Бля, вон он, с фонариком, блин. Фонарики вообще зашибись. Палят их вообще классно в темноте. Тоже спецназ нашелся, блядь. Свет выключили, чтобы фонарями себя выдавать, что ли? Дебилизм. Они должны были выключить свет и войти с ПНВ на мордах. Все. Иначе смысла нету свет вырубать. По-моему. Мендоза! Брут открыл его! Ну. Сейчас там, наверное, золотые слитки какие-нибудь, да? Или там опять этот... Ух ты! Сейф вскрыт! Поддон с долларами, наверное, будет стоять. Почему-то у них всегда, знаете, в фильмах, в банке стоит поддон полный долларов. Тайсон, ты дебил. Назад. Сказал он и отлетел. Тайсон! О боже! Ой, даже кожу не опалило. Какая нежная, нежная бомба. Броник, наверное, хлопуха какая-нибудь. Эй, Тай, смотри на меня. Кто его спас? Броник его спас? Надо убираться. Давай, давай. Николай Чудотворец его спас, очевидно же, блядь. Там без вмешательства свыше не могло обойтись. У этого чувака свой собственный банк. Он, наверное, сам себе под проценты деньги ложит. О, телефон, хай. Не грохнул ты меня? Я думаю, нет. Тебя трудно грохнуть. Мы не закончили. Я не закончил. Знаешь что? Я тебе верю. Правда. Давай проще. Я на Санта-Розате. Это неподалеку. Я знаю, где это. Ну тогда приди и найди меня. Черт, черт! И это, видимо, будет последняя глава. Так что нам, деньги из этого сейфа не нужны, что ли? Мы для чего его вскрывали? Кто-нибудь может объяснить мне, блин? Суть того, что вообще происходит в этой игре постоянно. Для чего они делают? Лови Тайсона. Тайсон, мешок с говном такой полетел. Все они. Черт. Найди их. Проверь болтов. Живее. Вот они. Эй, стоять на месте. Давай. Откуда голоса-то? Стоять на месте и нет никого. О, прикольно. Камерой только не пошевелить, не вижу, что происходит. Иди нахер отсюда со своим, бля, вертолетом, придурок. Нет, сука. О, я снова здесь. О, я снова еду. Да, сосите хрен. Что-то идет не так, по-моему. Что происходит? О. Ух, нихуя себе. Там была кнопка задержать. Вот это было прикольно вообще. Жаль, я не успел нажать. Интересно, что было бы. Они, наверное, подумали, что это Бэтмен первое время. О. Даже не знаю, у кого из нас посадка была мягче. Что, что? Perfect outcomes. Чё за хуй? Ты чё, блядь, охренел? Откуда ты взялся? Кстати, не знаю, один ли я заметил, но форма вот этих людей, в которых я сейчас нещадно отстреливаю, очень напоминает полицейских из Raccoon City, спецназовцев. Тоже броники такие, песочные костюмы. Получи нахрен. О, так можно штачки взрывать. А, но они приехали на явно бронированный. Мы идем. Едь на выстрел и найдешь меня, барван. Вам, ребята, лучше поторопиться. Вот, чё это у него внутри такое? Респонинг какой-то. Так что, тачка на карте обозначена, а сесть в нее нельзя? О, давайте, дебилы. Ура! С прибытием, блин. За ним. Какой хрен под ствол выпрыгивать-то из машины? Как хорошо, что я взял пулемет. Куда давать? Чё она сказала дать ей? Да ёб твою ж мать, вас тут сколько хоть, а? Это чё за чоповцы такие, слышите, насосы прям. У которых не гопники в костюмах работают, а смотрите, а... Реально, блядь.
пистолет вытаскивай, ёб твою мать. На Хайта никакой надежды нету, она же для красоты. Своей жопой ходит, виляет. Так идем, мы идем. Че ты, блядь, меня подгоняешь, когда ты сзади, дура, блядь, ненавижу, сука, напарниц. В играх вот этих. Вот когда напарник мужик, всегда все нормально происходит. Слаженная четкая работа. Только бабу дали в напарнике, это все. Ник, давай, иди, Ник, бегим, Ник, че ты, блядь, тащишься? Дай, не закрывай глаза, хорошо, вот так. Смотри, как сможет. Ого, хорошо, его помяло. Вот черт. Я поведу. Помоги, Хай. Ты же доктор, блядь. Черный доктор, вот прикол. Эй, ты куда? Доуза проведаем. Откуда знаешь, где он? У него значок Wi-Fi на перчатке. У негра там был голубенький такой. Мне кажется, столько пасхалок неопознанных. Напишите, что думаете по поводу кнопки в лифте. Не часто я замечаю такие приколы. Все. Так что, а следующая глава будет последней. Так что что-то жмите, что-то пишите. И адьё.